Здравствуйте, мои дорогие друзья! Это наша церковь. Я сейчас буду переходить дорогу. Иду на свои занятия в ССО заниматься бусами. А это наша церковь Никола в Хамовниках. Чудесный теплый день. Иду на занятия в ЦСО, а вот это вот здесь моя школа, в которой я когда-то училась. Все рядом. А вот наш преподаватель, дизайнер Любовь Александровна. И вы, мои милые дамы, в этом фильме увидите не только украшения, сделанные ею, и принесенные нам для образцов, но и украшения, сделанные ее ученицами. А вот мои украшения, которые я сделала за полтора месяца занятий, я вам покажу в следующем фильме. Занятия у нас проходят безумно интересно. Мы не только учимся, но и делимся своими идеями. Что очень ценно, как говорится, один ум хорошо, а два лучше. Ну, впрочем, вы все сейчас увидите сами. Там будет магнитный замок, длинный, вот такой вот. О, вот это же такой. Вот так, все. Красивые какие-то сочетания. Вот там, по-моему, есть одна такая. Вот в пакете сейчас посмотрим. То есть вы бисер два раза. Вот и у вас отдельно черный, отдельно смешанный. Здесь, да. И получается. И там тоже отдельно золотой, отдельно красный. А поэтому такой рисунок и получается. Да. То есть как вы насыпали, так у вас получается. Понятно. В принципе, можно сделать, чтобы был вот такой вот как бы уклон. Да. Это вот по одной стороне вы насыпаете. То есть не из воронки, а с такой лодочки. Вот. И получается, как бы одна сторона больше. А бисер не важно, какого размера, да? А как потом в другую сторону засунуть? Ну, он будет очень ворачиваться, заметно, что он видит. Можно вот это одна позиция, да? Вторая позиция, это более короткая, вот это вот завязывается. Там вот. Это вторая позиция. Можно завязать две вот. Сейчас я покажу. Вот, третья позиция. Это да, вот это, пожалуй, самое красивое. Мне так нравится. Надо сделать вот эти жемчужинки, провернутые вот этими вот цветными. То есть основа жемчужинки. А между ними модели три. Сколько надо? У меня столько найдется. Это поиграть надо. На резинке.
щипку для красоты. Ну, а и Да, с клубчиком, конечно, более дорого. Да, 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 типа, да, это Серёжки, да, все. Вот. Видите? Я не знаю, они стоят порядка 900 рублей. А где там нитки? Я не знаю. Около дома работников, ну, Цедри. А, около Цедри? Mm-hmm. Да. Вот я хотела изначально, да, вот эти ленты с этим сам. С лентами? Это тоже цирк, да. Но он не с клоунами, он с изящными, да, женщинами. Нет, вы с замком-то подумайте. Ну, ведь это вот этот металл остается, вот эти бусинки остаются, и правда? Да. Они просто на нем крепятся, а вот если тут другой вариант... Мне кажется, вот эти лучше. Лучше. Но это опять, я говорю, что это под подвеску. Это одевается на... Извините, а покажите бусы, которые сейчас сделали. Вот. Это все гранат, а все там... Гранат, а это жемчуг, да. Нет, это не жемчуг, это много. А это вот фензель, да? А? Да, это фензель. Сейчас будет такой же браслетик. А это еще? Как, вы два делаете, да? Если получится, даже три. Нет, ну надо же сходить с ума системно. То есть три здесь нитки, три браслета. Мы вырабатываем материал до конца. Да, чтобы не валялся. А это? Ну, на будущий год же опять? Да, это с удовольствием. Да. Я уже... Зимой, я думаю, народу будет больше. Да? А вы знаете, больше особо... Ну, как вам сказать? Нет, приходят люди, но задерживаются не все. Нет, я имею в виду, занятий не будет же. Вот вы знаете, мы когда начинали, вот эти игрушки, куклы, вот этот вот самый трусик в виде петли. То есть на резиночку сами такая. Даже, а как называется эта резинка? Ювелирная резинка. Ювелирная. Браслетная резинка. Браслетная? Ювелирная, она так не тянется. Браслетная. А ювелирная для чего? Для браслета. Нет, ювелирная и... А ювелирная для бисера. Теперь третий день. Давайте, набирайте. Просто разбейте. И вот здесь. И здесь точно разбейте. Ну, визуально просто лучше будет перейти. Да, очень хорошо. Мой. Вот сейчас вполне достаточно. Когда вот первый раз, когда я сделала, я подумала,
Здравствуйте. Ир, а в следующий раз вы будете? Должно быть, я же не... Потому что очень много брака. Просто дикое количество. У меня есть типа, но где-то половина брака. Половину выкинуть надо. Я не хотя 500 рублей стоит. Даже не знаю, что с ним. Штучка 500 рублей. Нет, ну вот это вот и вот эти вот стенки. Вот это сделано с одной стороны. Я выбирала три пары серёг и браслет. Я выбирала нитку, наверное, час. Я выбрала с этого всего, по-моему, 4 штуки у меня браковано. А что это? Правильно? Это агар. Тонированный агар. О. Но очень внимательно надо смотреть. Да. То есть вы уже тоже с этим сталкиваетесь? Да. Нет, я плохо посмотрела, и хороший, там... В хорошем месте, где хорошие камни обычно бывают, вот оказалась такая хрень. Ужас просто. Да, причем совершенно не видно, а когда начинаешь делать... А когда я ее раздраконила, да. Смотрю там в одном месте скол, да. В другом скол. Вот, и у него же вот эти вот эти самые кораллы, тоже очень внимательно смотрите, потому что это не оттуда. Вот эти кораллы. Очень внимательно смотрите, потому что эти кораллы крушатся. А как? Ну, смотреть? Просто вот берете руками и прижимаете всю нитку. Вот у него есть нитки, которые крушатся просто вообще безумно. А не склеены, что ли? Не склеены. Вот эти вот не крушатся. И я их и роняла, и больше это не было. А как вы хорошо их подобрали, это еще будет не отсюда. Ну да. Ну а как же, все подбирает эту крышу. Вот эти вот тоже вот из этой же. Вот это вот все, вот это вот, кроме вот этого и вот этих вот трех камней. Это все из одной камней. А это вот что? Ну это просто нитки круглых. Там даже, по-моему, они не кораллы. На белорусской? Но смотрится. А смотрится как агат. За это и как друза. Да, как друза. И легкая. А? Они стоят 400 рублей. Причем даже. Вот я и поделилась с вами своими увлечениями. Надеюсь, вам было интересно. А я вам желаю всего самого хорошего, чтобы дома у вас всегда было тепло и уютно, и чтобы все были здоровы. Обнимаю. До свидания. До встречи.